Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, со студии ТБН города Сиэтл. И сегодня хочу говорить о нечто таком интересном, о пламенном желании. Давайте задумаемся, почему многие так и продолжают всю жизнь делать то, что ненавидят. Дело в том, что потребность в известности, в знании того, что их ожидает завтра, превышает желание жить в своем призвании. Вот вам ответ. Следовательно, если мы хотим достичь цели, тогда мера пламени желания должна превышать меру желания безопасности. И вот когда твоя мечта настолько сильна, что ты забываешь, о всем на свете. Знай, дорогой друг, вы тогда становитесь следующим кандидатом на чудо. Поскольку нету такой силы на земле, подобной ей, она во много раз сильнее твоего страха неизвестности, страха лишения комфорта в человеческих потребностях, все победит вера. Однажды к Сократу подошел молодой человек и сказал, «Учитель, научи меня мудрости. Тогда он предложил ему зайти по пояс в воду. Полностью доверяя мудрецу, он послушно последовал за ним. И вдруг Сократ схватил голову его под лопатки и окунул под воду. Заметив, что тот задыхается, он вынимает его голову из-под воды и спрашивает, «Так что ты хочешь?» «Знание», — тот отвечает, после чего он повторяет процедуру в другой раз и держит его под водой уже дольше, и так давая ему возможность вдохнуть глоток воздуха, мудрец спрашивает во второй раз: так что ты хочешь? тот отвечает мудрость. он его тут же окунул в воду снова, и вот уже когда тот опять начинает бороться за глоток воздуха, он поднимает его и спрашивает в третий раз: так что ты хочешь? воздух Хочу воздух. Вот тогда, когда ты захочешь знания, как воздух, приходи ко мне, сказал мудрец. Может и нам стоило бы сделать такую процедуру иногда, а не играть со словами с Богом, а потом Его еще винить, что всем дает, но только не мне. Друзья, у Бога нет лицеприятия. Если ты захочешь знать Его волю в твоей жизни, как воздух, Твое призвание, поверь, Он тебе ее откроет. Мечтаешь ли ты так? Или до первого испытания? Итак, как преодолеть риск, спросите вы? Очень просто. Нужно так сильно возжелать откровения от Бога, чтобы для тебя больше перестала существовать какая-либо другая альтернатива. Я, если честно, не знаю, как лучше можно выразить хвалу нашему Творцу как путем нашего выбора. Когда своим выбором мы обесцениваем плотские потребности, на мой взгляд, это высшая форма благоговения перед нашим Господом. Так давайте его прославим. Благословение тебе, дорогой друг! До следующей встречи в эфире!